Так она низкая, ты что? Там зона выше получается, чем наше место. Шульман, ты нарисовал маршрут, тут, конечно, замечательный, но вот где вот там такая на горе, на полпути, скажем, Лесной горы. врез в остров, открытое место, и если выкатят какой-нибудь АГС или что-то типа тяжелого, Спасибо. просто отработают. Лесоник, о каком участке говоришь? А сейчас. О! Опа. Как его, господи? СПГ у них. У них СПГ. А, да нет, давайте Не-не-не, газ, газ, здесь некуда бежать. видите? Да. Нет. Другого побережья, что ли? Оли. Они там на перешейке вдали. Ну чё, я думаю, что сможем. Да, уйдем, уйдем. Не мешай водителю. Так, щекотно, здесь да? надо сворачивать. Да, он сейчас будет перезарядка, у него сейчас следующий зал будет. А это краб, наверняка, он уже по нам так работал. Знает, да, да, он уже тут пристрелянный, гад. Да ё-моё. Что ж, интрижка неплохая. Сам, наверное, не будем заезжать. Опасно. Да. Снегиночка Оп. Все что ли или нет? Передумайте еще брать. Да, пешочком лучше. Лучше пешочком. Подранили нас, подранили. Серьезно? Да. Ранили ее? У меня нормально. Да. Ну кто сзади сидел, наверное, тех задел. Бляха, муха, ни хера. Ну терпимо. Что ж, потихонечку. Зато с ветерком. Да. Сейчас дернем. Без сознания? Да. А морфин ему, наверное, вколоть надо. Да он симулянт. Симулятор без сознания. Полный. Как у нас с оптикой или вообще нет ничего такого? Только понятно. Будет трудно. А ноги-то есть? Дышка. Так вот забрались. Наверное. Учтите, они знают, что здесь, скорее всего, под мы пойдем, поэтому будут встречать.
Ну, просто чтобы неожиданности не было. У нас только одно преимущество, мы быстро сюда приехали. Вообще я думал, что уже прибегут сюда тоже. А что там такое за палатки какие-то? Какой-то палаточный городок. Пирожки раздают. Песни гитарка. Брюши раздают. Чё-то ничего нет. Хоть бы ящик положили. Под ним улежи. Ладно, на маршрут тогда возвращаюсь. А, так нам, понял. Нам все равно через это надо было эту хрень пройти. Что-то едет? Сзади, сзади. Это ШКшка едет, по-моему. Это вражеская, да? Вражеская, да. Примем, нет? Конечно. А не можешь сказать? Да. Остановилась. Все, все, хватит, хватит, а то рванет у меня перед глазами. Убили, нет? Да-да, я видел, кровь летела с попаданий. Рядом кто сидит? Рядом я их шурман. ЧГ. Нет. Кто рядом сидит? Свой? Свой, да? Че, заюзаем? Надо чинить, она пиздец взрывала. Ох, ёптать, у него винтовочка. Да, снайперка потёрая. Вот, подойдите, запомните своего врага в лицо. А, не все, понял. Она ехала со спины с маршрута, откуда мы приехали, значит, в спине у нас враг такой. Ну, так у него интерес был в багажнике, я себе его взял. Так он не север повернул, а север? Не, он по дороге ехал по маршруту Гонза откуда-то с той стороны. Понял. Так это Монали. Че, никто не будет брать винтовочку его? Вы рацию возьмите его. Не люблю слушать. Он, скорее всего, сказал, что подо меня. Бонзай. Это самое, дай еще раз верните меня. Я одну возьму. Тут еще 36. Одну взял, да. Я тоже одну возьму. Ага. Так, все, все, давайте, я верю. Что ж. Вдоль дороги пойдем или сместимся левее? Так, что было говорить? Ну, здесь камни какие-то слева, тут хорошо так, наверное, обойти можно. Наверное. Не простого человека за вами. Чекни на карте какую-то. Или просто немножечко севернее. Ну, а севернее возьмем, да, по склону пойдем просто. Хорошо.
А, не проверяли УАЗики, у нас там колеса были, нет? Слушай, если здесь их нет, то, наверное, их не было там. Ну, если очень хочется, могу съездить до УАЗика. Не-не-не-не-не-не. Ну, затянем, мне кажется, игру. Да, лучше сходить сейчас, пострелять так. Че здесь? Короче, я пошел уже выдвинуться. Ага, я тоже выдвинулся. На север. Разгон за связь есть? Домой вернешься, продашь. На память осталось. Ctrl L, кажется, или Shift L. Только нас не потеряй. Шульман, на шепот включи. Да, уже. А мы вдоль дороги, слева от дороги идем. По маршруту, где машинка стояла, понял? Спустились налево от машины. То есть у нас дорога по правую руку будет у тебя. Так, а нам... где? Куда? Слева там какие-то казармы, это не нам. Блядь! Наш. Отскакивай, отскакивай! Своя? Своя, своя, своя. Что-то махнул слева. Свой гнат окинул свой. Диверсант среди нас. Пипец, блядь. Прошу прощения. Кто спереди? Чё спереди? Все живы. Кого-то или чувака убили нашего? Все живы. Да, с этого убили. С винтореза, значит. Не, винторез у меня. Ну, это... у другого у них другой винторез. Если он так быстро заткнулся, замолчал и не было слышно, это винторез. Винторез. Вижу. Он там шьют, шьют, шьют по нам. Ну, закидывает пока. Ты его видел, да? Он шуганул его. Да, он меня тоже увидел. Шуман. Покажи. 120. Рядом. Движение. В складках. Азимут 140 в елках. Можно ехать. Ну, на нашу прежнюю позицию с машинкой смотрят. То есть к нам навстречу. Убил кого-то. Я сомневаюсь, что это там. Я убил кого-то. В елках? По тебе? Возвращаюсь к вам. А, это ты понял. Я, видимо, того снял, который убил нашего. Ты вверху, да? Ты сейчас поднялся туда, где он был, да? Да, сейчас ложусь. Вот, да. То есть ты в этом месте, где-то в районе этого места убил его, да? Да, убил чувака. Сейчас работаю. Понял, все хорошо. Хорошо. Шурман жив? Как у Пам-то жив? Куда ты выдвинулся? Показал точечкой своей. Понял? Понял. Что-то можно пройти? Пока да.
хорошо. А этот невероятный снайпер известно, где откуда бьет? По-моему, с территории, я даже не слышу его, только рикошет. Понятно. Я пройду вперед. Мы же уже рядом. Очень рядом. По-китайски в них туда грибашками закидаю все, что есть. Сейчас я вы, да-да, поближе подойду, сейчас раскорректирую. Не вижу пока. А, ладно, пока не кидаю. Сейчас место надо, в ёлке какой-нибудь. О, Павел. Я жив еще, но это не по мне вроде. Слышка по нам работает. Ну, не по мне. Отступаю, я отступаю, хожу. Давай. С крыши долго, скорее всего. Давай, я занял место. Куда упал? Перелет. А ты чего сильно? Очень сильно, за дома, я даже ее не видел, она за домом. Пробую на 60 метров. Опять перелет. Причем далеко. Ты прибереги лучше. Сейчас штурмовать эти помещения здесь надо будет. Так, перекличка, шурму. Шурма. А вы? Вставил. Ой, ну. У меня в спине, значит, кто-то есть. На метке шурму. Снайпера снял. А, отлично. Ну не факт, что убил. Наблюдать они. Живой? А, нет, это не снайпер. По мне.
Один я в елке остался.